Блять, он как стоял, так и упал. Пиздец. Просто так вот, знаешь, на бок накренился и ебанулся. Изи, блять. Ничего проще не делал еще. Это очень быстро или там ничего сложного? Ну, для кого как? Для меня, типа, ничего сложного в заданиях. Ну тут хотя бы, здесь намного проще, там надо было. Вот смотрите, как это так? Это самое последнее задание, чтобы получить скин, типа оно должно быть самым сложным. Здесь надо убить просто двух игроков в одном матче. В первые 5 минут и все. В первые 5 минут и все. Единственная сложность, типа это в первые 5 минут, они считают, что это сложно. А предпоследнее было убить трех чуваков, не двух, а трех. На расстоянии ближе, чем 5 метров. Здесь уже вот в последний нет ограничения на расстояние. Камон. Я не понимаю, по какому приоритету расставляется сложность задания. Это вообще... Это какой-то шок. Он думал, что он самый умный. Нужно тебе оружием тоже работает. Ну да, работает. Можно играть в скваде, это, ну и просто просить, чтобы они нокнутых не добивали, а ты их будешь добивать всех гида, можно так делать. Что хочешь, по норкам? В норку пострелять? Маг заметил, взял третий рюкзак, значит спать идти точно надо.
Так, теперь мне надо взрывать людей. Да, у меня осталось только взрывать людей. Блять. Сраный Джанкрат. Спасибо за хост. Девять зрителей. Ой. Нужно пойти его лутать. Бум-бай, бум-тиги, бай-бай. Засыпай, любовь моя, засыпай. Пам-пам-пам-парабам-парам. Шо, М-ку взят? Блять, сука, дай М-ку поменяю. Ты не мог раньше стрелять? Не мог, сука, раньше пальнуть, блять.
У вас тут все хорошо в этом кемпе, блядь? У вас... Или у вас тут все такие больные? Чем вы здесь занимаетесь, блядь? Давай еще кто-то сверху сейчас придет. Давай, если ты придешь, блядь, покажи, тебе сразу разъебу, так сказать. Так, где-то тут еще коробка должна лежать. Так, чего я здесь бегаю? А я все думаю, хватает ли мне бустов или не хватает. Нет, на самом деле не хватает бустов, их мало. Надо бы с собой взять. Даже вот так надо сделать. Надо с собой утащить бустов еще. Как получится. Так, никто здесь новый не пришел. Одно время в этом кефе была отличная ёбка, но она закончилась. Данил. Извинись. А то забаню. Блять. Извини, ну ладно. Так, чат не переигрывайте. Ты шо, блядь? Гагрена, алло. Я даже стрелять не стал, я хотел ему предупредить его, блядь. А у тебя грена там внутри лежит. Ебанутый, блядь, убегай. Выпрыг, я думал, из окна выпрыгнет какого-нибудь. Из-за этого. Ну, раз уж он не выходит.
Значит, он из окна кого-то должен будет выпрыгнуть. А нет, он решил, что ему не, это не нужно. Ему это не нужно. Мак, а ты в Рой не играл после изменений? Нет, на самом деле нет. Ну, можно было бы покатать, но только пати. Ну, типа, надо собрать какую-нибудь там глину, какую-нибудь... Короче, угарную нечисть какую-нибудь собрать, пойти играть. Бля, мне что-то броник, блядь, тут третий сбили, сейчас второй вообще сбили. Я уже все, первая броня осталась. Я мог, конечно, и во второй, и в третий ходить, но, блядь, не на один шот и все. Лучше бы найти броню, на самом деле. Это бы лишним точно не было. Надо посмотреть, что у него. Нихуа-хуа. У него вообще трёха. Нормас. А, у меня, кстати, плюс один. Пулик не нужен был. Тройки нету, жалко. Тройка сейчас бы очень вытаскивала. В смысле? Извините, пожалуйста. А, она далеко взорвалась, я ее сильно покоцал, но не убил. Понятно. Окей.
Это он с этой с ебром был. Ты с ебрухой баловался. А, да, он. Ладно, не буду уже ничего менять. Да. Ну, я примерно даже знал, откуда он будет идти, но вот со стрельбой тут чуть не справился. Должен был изначально наводиться лучше, а я уже наводился в процессе спрея. Изначально бы в него хорошо бы отспреял, и ну и все, и тогда бы все было чики-чики. А так, в конце не доиграл, топ-1 не заслужил. Эй. Какие дела? А так вся катка была какая-то, я не знаю, ну на супер уверенности. Вообще, на какой-то колоссальной уверенности была вся катка. Это все чуваки так быстро ложились. Прям сопротивление никто не оказывал. КЗ. Ну типа подфартило. Но последний чувак, если бы я с четверкой вышел, четверкой бы зажал бы по нему, то ок. Но я почему-то все еще верил, что он мог где-то там... за рельефом быть, что я смогу подбежать, ну, успею за какое-то укрытие и где-то там уже разыгрывать. Надо было быть все-таки готовым спрейить дальше.